На подготовленную ногтевую пластину наносим базу для гель-лака Naomi. Гель-лак «Кошачий глаз Naomi» номер 56. Цвет бежево-розовый с перламутром. После нанесения цветного геля удерживаем магнит на расстоянии нескольких миллиметров от ногтя, после чего отправляем в лампу. Если лампа LED, то 30 секунд, а если электронная или индукционная, то время сушки занимает 2 минуты. Повторяем процедуру второй раз. Покрываем закрепителем и сушим. Снимаем дисперсионный слой с помощью клинзера Jardin Pro.